Сегодня в поселке Уемский Приморского района зажгут факел, символизирующий приход природного газа на эту территорию. 13 домов уже газифицированы. А всего за 10 лет совместной работы правительства региона и компании «Газпром газораспределение Архангельск» голубое топливо стали использовать в сотнях муниципальных и частных домов Поморья. Социальные и промышленные объекты также переводятся на природный газ. И именно на нем работают Архангельская ТЭЦ и Северодвинская ТЭЦ-2, также предприятие «Звездочка». Природный газ экономически выгоднее того же мазута, поэтому газификация региона будет продолжена. Сегодня поселок Соловецкий, что главенствует на одноименном архипелаге, должен обрести своего нового главу. В выборах участвуют двое. Николай Губко, работающий главным специалистом Организации транспортного обслуживания и охраны труда Приморского района, а также Евгений Тютюков, заместитель руководителя агентства по развитию Соловков. Работы новому главе поселка хватит, слишком уж знаковое место, а интерес к архипелагу с годами лишь усиливается. В Кинозерском национальном парке завершили съемки фильма «Сказки о маме». Это кино об оживших сказках на севере. Высокие технологии съемки сочетаются с глубоким осмыслением жизни. Задача авторов – запечатлеть ускользающую красоту старины и духовного мира человека. «Сказки о маме» должны стать добрым и глубоким фильмом, который позволит заглянуть в человеческую душу. Сотрудники регионального Росреестра ответят на звонки северян. Специальная горячая линия состоится сегодня с 10 до 12 часов. Жителям области готовы рассказать о том, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг и о сроках их предоставления. Также все желающие смогут получить консультацию по вопросам постановки на государственный кадастровый учет. Звонков от северян ждут по телефонам, которые указаны на экране. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок, укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в Архангельске минус 2 градуса, но днем столбик термометра должен преодолеть нулевой экватор и подняться до показателя плюс 1. Дождь со снегом обещают весь день.